Так. А вас, кстати, часто знают вообще в Канаде? Не, не так часто. Нет еще. Как трудно закрепиться в такой команде? Насколько помогает, что сошников, зайцев подъезжает? И вообще наших все больше? Ну, блин, очень тяжело, сказал бы так. Потому что у нас очень много хороших защитников. А присутствие сошников и зайцев очень помогает. Они очень помогают и на льду, вне льда. Как только могут. Чувствуется вообще, вот, что работаешь с таким мощным тренером, как Майк Бэбкок, единственный тренер, который Triple Goal Club? Можешь сказать, Виктор Тихонов, то есть своего рода. Да, очень сильно чувствуется, как бы перед установкой на игру, он всегда там перед игрой любой день ходит, всех подбадривает, там со всеми общается, поддержка все время чувствуется очень сильно. Потом установка на игру тоже, как бы в периодах очень сильно чувствуется. В то же время ответственность какая-то есть, знаешь, что да. Ваш главный коуч? Да, да, как бы у меня даже бывает руки трясутся, когда я его вижу. Потому что как раз сейчас подводили итоги Кубка мира, говорят, его главный козырь в том, что он каждому игроку умеет донести свою мысль, что он хочет от него получить, все по полочкам разложить. Да, есть такое, как бы подходит, общается со всеми, и ну, это очень помогает. Общался ли он с тобой лично, и какую мысль пытался донести именно для тебя? Ну, так много нет, как бы пару раз останавливался. Ну, все так же продолжаю работать над собой и над своими слабыми и сильными качествами. Команда в стадии перестройки, да, насколько это плюс-минус, не знаю, помогает? В плане, что молодые, да, вокруг молодых много. Ну, как бы, да, я не знаю, у них перестройка вроде идет. Как бы подпускают игроков молодых, это, мне кажется, плюс. Сегодня вам удалось набрать очки. Насколько, так скажем, это груз с плеч упал? То, что удалось отличиться в матче? Ну, начал чувствовать себя комфортно, естественно, да. Ожидания сезона в том году, 10 матчей, да, было? Очень хорошие, только работа над собой. И хотелось, конечно, попасть в команду. Сколько надо матчей провести, чтобы руки Динер был? У меня уже не будет такого, потому что я уже АХЛ. А, такое правило, да? Удалось познакомиться с этим Мэттьюзом? Да, немного общался с ним, хороший парень. Серега, не идти просто. Все, спасибо, удачи. Ага.